Здравствуйте, меня зовут Дарина. Мне нужно было подготовить дом к Новому году, и я в интернете нашла компанию «Масштаб», оставила там заявку на сайте. Очень быстро мне ребята перезвонили, буквально на следующий день или через день мы с ними договорились о встрече. В доме мне нужно было сделать отопление электрическое и, в принципе, проверить электрическую проводку. Мне сделали новые автоматы, поставили, на них провели батареи, теплые полы. Также мне нужно было сделать плитку, положить в ванне. И утеплить подвал, потому что в подвале стоит насосная станция, там она постоянно замерзала. Также нужно было выложить плитку около камина и собрать и установить кухню. Ребята подошли очень ответственно к своей работе, и на самом деле особая благодарность моя за то, что это мой первый ремонт, который я когда-либо делала. И что мне понравилось, я могла к ним обратиться за советом, за, ну, какие материалы лучше приобретать. И зачастую они стоили гораздо дешевле, чем то, что я планировала приобретать в самом начале. Все работы были выполнены в срок, нареканий у меня никаких нет. Родители с удовольствием встретили Новый год на даче, были очень рады тому, что все работает, ничего не ломается, везде тепло. Можно ходить в футболке, несмотря на то, что на улице сейчас минус 20. Могу рекомендовать компанию «Масштаб» для ремонта коттеджей и квартир.